Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Fallout, ну и, в общем-то, нам остается только покинуть город-убежище, я не помню. Вроде как все дела мы сделали, и дальше у нас на повестке дня Broken Hills. Но знаете что, я когда туда ехал, мне попались по пути торговцы, и, ну, если я готовлюсь к записи эпизода, я должен от этого получить какой-то профит, поэтому давайте-ка встретим этих торговцев. Но это, судя по всему, торговцы из какого-то типа Ньюрина, и они не очень-то довольны вообще-то нами и отказываются с нами торговать. Но у них есть куча просто добротных химикатов, которые нам бы не помешали. Поэтому давайте-ка я их обкраду, и мы с вами снова встретимся. Что ж, вот мы с вами избавили торговцев от ненужных им стимпаков, мелких денег, и готовы продолжить путь. Но я попытался остановиться примерно там же, да, вот видите, мы только отъехали от города-убежища, и я этих чуваков и встретил. Караван. А давайте встретимся снова. Опа, а это караван гулей, но, кажется, главный торговец почему-то оказался внутри тачки. Да? Ха. Мне рассказывали много хорошего о человеке, чье описание похоже на вас. Полагаю, если я продам вам часть своего груза, вреда не будет. Вот что у меня есть. Прекрасно, смотрите-ка, один караван и второй. Но у этого чувака есть, например, стимпаки, которые нам нужны. А у нас, например, есть всякая шляпа, которая нам не нужна. Блин, я бы гранаты оставил. Я бы вот гранаты оставил, все-таки они нам могут пригодиться. О, слушайте, нормас. Даже мы можем, наверное, вот так вот. И еще вот так вот можем. Не, еще не... А, ну, так... Одна бутылка нам точно пригодится, но пару мы можем продать. И, ну, столько кондомов нам не надо. Уже, как бы, молодость-то позади. Вот, прекрасно. Как, смотрите-ка, везет нам на караванеров. Ну, ладно, хорошо. Едем дальше. Прям в прямом смысле едем дальше. Ну, надеюсь, что ничего страшного по пути не произойдет, потому что... всякая дрянь на нас может напасть. Несколько хищных растений, несколько волков. Ну, типа вот такой фигни, но за них дают так мало опыта, что смысла нет. Кто-нибудь может мне помочь? Мне номер на машине не видно. Вот дерьмо. Тут как бы намекают, что мы этого гуля немножко сбили. Давайте подождем. А не будем ждать, давайте сразу разбираться. Эй, парень, я Рябой. Ты можешь мне помочь? О, господи, Рябой, с тобой все в порядке? Все просто шоколадно. За исключением нескольких сложных переломов и проникающего ранения задницы передним бампером, все в полнейшем порядке. Все хорошо, просто расслабься, тебе помочь? Рябой молча смотрит вам в глаза. Он моргает, потом моргает еще раз. Полагаю, что ответ да. Черт побери, ты прав. Я едва могу ходить. Нет, ты не думай, я нисколько не ною, бывало и хуже. Пожалуй, ничто может сравниться в этом плане со здоровенным грузовиком Кока-Колы, который следует строго на юг. Ты бы это видел, везде валялись крышки от бутылок. Ух ты, представь, если бы кто-нибудь натолкнулся на это посреди пустыни. Вот богатство бы ему привалило. А то ж. Так не хочется прерывать этот чудесный разговор, но все же, если бы ты помог мне выбраться из-под этого бампера, я был бы тебе крайне признателен. Ты уверен? Вообще-то тебе, наверное, не стоит двигаться. А, да, не волнуйся, рано или поздно все срастется само собой. Ну ладно, приготовиться. Я же говорил им, нам нужны дорожные знаки, но оно им таки надо. Ну нет, уже никто не слушает старика Рябова. Ну и давайте мы с вами сразу начнем с того, что я покажу вам что-то, о чем сам не знал, и я надеюсь, что многие из вас даже не догадывались. Только сейчас надо сохраниться. Broken Hills. Видите? Оп, мы переходим сюда, а теперь аккуратненько пробегаем вот туда. Недостаточно создатели игры оградили. И если вы думали, где хранится инвентарь всех торговцев, когда мы с ними не... Ну, короче, где он? Вот он, это инвентарь всех торговцев города. И он будет обновляться, кстати. Но вот в первом контейнере нам не повезло. А вот тут у нас есть, например, все, что можно у милейшего местного доктора достать было бы. Ну, а мы и достанем. Давайте коктейли Молотова тоже возьмем. Ну и супер стимпаки тем более. Да, некрасиво. Да, богоюзанье. Но я, например, не знал, что так можно. А теперь мне по приколу просто тут всякое собрать. А вот это ассортимент местного
местной торговицы оружием. К сожалению, нам не повезло. Когда я тестово здесь приходил, у нее заспавнились дофига пистолетов-пулеметов. Ну ладно, давайте хотя бы патрошки у нее все стырим. Ну и шотган. Никто, в общем-то, против этого ничего не скажет. Вот такая вот прелесть у нас есть. Я думаю, больше это мы юзать не будем. Но, если что, имейте в виду, такая возможность есть. А единственное, видите, мы выходим из города таким макаром, но мы снова туда зайдем. А что ж, а что у нас с общим весом? Многовато. Давайте что-нибудь в тачку уберем, потому что, ну, все это таскать нам на себе не надо, а бартериться нам уже, мягко говоря, и не с кем. Ладно, вот так вот, FNFAL. Прекрасно. Едем дальше. Тут есть несколько квестов, которые растягиваются, мягко говоря. А посему было бы неплохо начать с них, чтобы у нас не было лишних проблем. И вот судым... вот сюда мы пройдем. Нет, у него закрыто. А, он не возражает, не волнуйтесь. А со всеми нужными людьми мы с вами еще поговорим, то есть здесь мы ничего не упустим. Просто есть несколько моментов, которые здорово было бы запустить в тираж. Во-первых, здесь мы находим резиновую куклу. Черт! Резиновая кукла в нас не влазит. Но иногда, знаете, вы не влазите в резиновую куклу, а иногда она не влазит в вас. Чертовка-развратница весит, видимо, слишком много, поэтому давайте-ка скинем еще немножко веса. Чертовка-развратница. Это было про резиновую куклу, заметьте. Так, ну, винтовка. Угу. Я надеюсь, что теперь мы ее сможем с вами поднять. Что у нас там? 116. Сколько же она может весить? То есть, если она надувная, мне казалось, они легкие. То есть, вот те, которые типа современные, дорогие, силиконовые выпускают. И не спрашивайте, как я об этом знаю. Я не пытался себе приобрести такую. А, вот теперь, кстати, нормально влезла. Они вроде как, ну, довольно-таки увесистые, но вот это не должна быть. Итак, первым делом, что же нам надо сделать? Первым делом мы с вами пойдем в шахту. Вот. И там есть снова момент, о котором я не знал и не догадывался. Представьте, вообще, сколько в игре есть всего, о чем мы с вами не знали и не догадывались, и не нашли бы никогда в жизни. Ну, в общем, я вот сейчас просто перед тем, как куда-то забредать, готовлюсь. Смотрите, вот здесь есть, оп, стеночка, и мы через нее можем пройти. А, в общем-то, в сундучке лежит уран, и тут есть чувачок. Сонно протирает глаза. Кто я? Где я? Как долго я спал? Кто вы? Я Чак Стоджерс, самый великий на свете летчик. К сожалению, я разбился. Я заполз в эту пещеру, чтобы спастись от взрыва, но потерял сознание от ядовитых испарений. Звучит на удивление похоже на анонс к серии бульварных комиксов. Ну да, разве нет? Пойду посмотрю, что произошло в мире удачи. И вам, мистер Стоджерс. Мы за это получаем уровень. Ну, мы за это получаем экспу в первую очередь. А, кстати, если бы мы выбрали длинный вариант ответа, экспы бы мы, к сожалению, не получили. Ну и нам придется все-таки Кассиди немножко подвинуть. И мы можем отсюда выходить. А в целом уровень нам сейчас распределять не столь важно, потому что перк мы все равно не получили. Ну, сейчас, по крайней мере. А, да и качать-то нам особо доктора. Доктора нам надо с вами до 75 прокачать. Мы помним. Раз, два, три, четыре, пять. А остальное все уже пойдет в безоружный бой. Совершенно... без какой-либо жалости, ну, потому что взломы и кражи нам... Ладно, давайте вот так вот. Три очка и вот так. Раз, два, три. По чуть-чуть. Курочка по зернышку, как говорится, весь двор в дерьме. Первое дело почти сделано. Нам с вами надо теперь вернуться на самую первую карту. И вот здесь вот где-то, по-моему, вот тут. А? Нет, не тут. Вот тут. Вот. Была... уранно-перерабатывающая, что ли, местность. Да, поскольку это шахтерский городок. Тебе нечего здесь делать. Что вам надо? Мне нужно очистить немного руды. Чудесно. Это обойдется тебе в $1000. Торг неуместен. Дорого, но только на первый взгляд. На самом деле это почти даром, учитывая то, за сколько ты сможешь продать конечный продукт тому, кому он нужен. По рукам?
Хорошо, за рудой можно будет приходить через сутки. Отлично, пока. Вот. Ну, просто если мы будем с вами ждать, а мы будем с вами ждать, а нам бы с вами хотелось ждать как-то, знаете, с великой целью, что ли. Ну, чтобы мы не просто так время теряли. О, оптимизация. То есть до этого мы с вами смогли месяц просто пролюбить в этом, в World City, а здесь мы с вами сражаемся за один день, но с другой стороны, красота прохождения этого места и заключается как раз-таки в эффективности. Как по мне. Привет, дитя, и добро пожаловать в дом престарелых гулей. Дом престарелых гулей? Это такая шутка. Все гули так или иначе престарелые. Видишь ли, мы все бесплодные, но очень долго живем. Мы первые и последнее поколение гулей. Это место для тех из нас, кто хотел бы немного отдохнуть. Ясно, пока. А еще что-нибудь? Ты вернулся, да? Хочешь узнать о сокровище, малыш? Что это за сокровище? Что значит, какое сокровище? Деньги, малыш, много-много денег. Вполне достаточно, чтобы удовлетворить любого нормального человека. А в чем подвох? Малыш, сначала ты должен кое-что для меня сделать. Что это? Я уже старый, не очень люблю выходить на улицу. Не так много возможностей поразвлекаться, ты понимаешь, о чем я. Так что я очень хочу заполучить журнал «Кошачья лапка». Принеси мне его. Вот, возьми. Отдаем кошачью лапку Тифону. Спасибо за журнал, малыш. Оставь-ка меня на часик или где-то около того. Хорошо. Вот. Мы его оставляем на часик, но мы пойдем сейчас с вами совершенно наглым образом подсаживать на джет супермутанта. Во-во-во, полегче. И тут есть один немаловажный нюанс. Если мы с вами сохранимся, а потом загрузимся, все, что мы с вами сделали с помощью джета этому супермутанту, оно игрой забудется. Поэтому вот мы контрольный сейв сделали, если что, нам придется переигрывать отсюда. И вот он, супермутант, которому мы сейчас вколем, да, 5 доз джета. Пусть подавится. На самом деле, столько, наверное, и не надо, но тут тот момент, когда лучше перебдеть, тем более нам совершенно не жалко джета, у нас гораздо больше, чем нам нужно, и нам совершенно не жалко этого супермутанта. Если кто-то из вас когда-нибудь от него получал в награду кляп с этим, с болгэгом, ну, шарик такой, типа, в рот вставляется и натягивается, чтобы вы его не могли плюнуть, то вы понимаете, почему нам его не очень жалко. А мы с вами подождем часик. И давайте 10 минут контрольная. Прекрасно. И бежим тудым. Бежим тудым к чуваку. Так. Он нас должен, в принципе, ждать. А он нас ждет. О, уровень мы с вами распределили, да. Все. Не горит иконочка, поэтому скиллы мы вкачали. Здравствуй снова. Малыш, этот журнал меня просто омолодил. Я понял, что ради того сокровища, о котором я говорю, ты можешь сделать для меня и кое-что еще. Найди мне надувную женщину. Я думаю, в Нью-Рино их дофига. По чистой случайности она у меня с собой. Отдаем надувную женщину Тифону. Эд, малыш, как раз то, что мне надо. Оставь меня на несколько часов, и мы поговорим. Уходи. Он похотливо взирает на куклу. Ну что ж, там мы все сделали, поэтому 3 часика мы можем дать ему поразвлекаться. Старому гулю. Хитрому. Так. Как я устал. Принеси мне немного рыгаловки, и я расскажу тебе о сокровище. Я думаю, бармен Фил с удовольствием тебе нальет. Вот, пожалуйста, отдаем рыгаловку Тифону. О, это просто здорово, малыш. Я бы хотел попросить у тебя травки, но думаю, хватит с тебя. Тифон, ты такой задумчивый. Ну, где деньги? Ну хорошо, я помню, что зарыл деньги где-то в деловом центре города. С тех пор прошло столько лет, дома строились и перестраивались. Все время, так что теперь я точно не помню, где это. Если это тебе поможет, я помню, что зарыл их где-то в таком месте, которое не снесут и не перепашут. Где-то в надежном месте, понимаешь? Что ж, удачи. Немного туманно, но спасибо, увидимся. Я бы хотел свой журнальчик вернуть. Ой, поврежденная резиновая кукла. Давайте не будем спрашивать, что он с ней делал. Я думаю, мы можем с вами, в принципе, догадаться, что же он с ней творил. На, вот этим себя теперь удовлетворяй. Офиг ли он кукол рвет? Пусть, да. Главное, чтобы он ее не повернул, а она у нее не загорелась в одном месте. Ай,
Ай-яй-яй-яй-яй. Скатился в порнографию. Ладно. Но зато, смотрите, мы с вами получили 2000 очков опыта. А, мне показалось, игра подтормаживала, но нет. А, так, далее. Уже наступил день, так что давайте-ка сохранимся, заглянем в местный полицейский участок. Тыч. А, и здесь есть два негодяя, но нам нужен конкретно вот этот негодяй. Что? Расскажи мне о Broken Hills. Broken Hills? Я здесь всю жизнь живу. Потому-то я и знаю, как много плохого тут сейчас творится. Потому-то я и знаю, насколько подлые на самом деле мутанты. Хорошо, что здесь есть кто-то, кто видит правду. Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь, что единственные слепцы здесь — это те, кто позволяет другим вытирать о себя ноги. И разговоры об ослепленных ненависти только выставляют тебя еще глупее, чем ты есть. Чё? Ничего. Что еще тебе нужно? Ничего, забудь об этом. В общем, тут сидят два борца с мутантами. Ну, их дело. Ладно, а тем временем мы залазим вот сюда. Вспомнив, что Тиффан говорил о том, что сокровище спрятано в надежном месте, которое не снесут и не перепашут, вы тщательно осматриваете старый колодец. Внутри, несколькими футами ниже, вы обнаруживаете кирпич, который довольно сильно выдается среди остальных. Ура! Вот оно, мое богатство! Осторожно вынув торчащий кирпич из стены, вы вглядываетесь в темноту в поисках честно заработанной добычи. Что-то ничего не видно. Вы швыряете бесполезный кирпич в колодец, чтобы освободить руки. Ура, хорошо, пора сорвать куш. Неожиданно из дыры в стене в темноту колодца плюхается увесистая сумка с привязанной к ней веревкой. Не надо было так спешить отыскать сокровища, и тогда, возможно, для вас не стало бы открытием то, что кирпич был привязан веревкой к столь вожделенной добыче. Дьявол, вот дрянь. Да уж, действительно дрянь. Теперь надо придумать, как достать сокровище из колодца. Просто спуститься внутрь у вас не получится. Вы наверняка застрянете. Похоже, вам нужна помощь. Угу. Кто же нам поможет в этом деле? Ай, кто же, кто же? Привет, друг. Нигде не видали бесхозных самоцветиков или драгметаллов? Вообще-то да. Думаю, что вы станете превосходным партнером для одного, как это, совместного предприятия. А, правда, это здорово. Но что бы это могло быть? Золото? Драгоценности? Таинственные предметы культа? Очевидно, немалая куча денег. Вполне достаточно, чтобы жить долго и без забот. Круто, это то, чего я ждал. Но на чем порешим? 50 на 50? О, несомненно. Отлично, но что за дело-то? Где плохие парни? Куда мне надо идти? Ну, скажем, вам придется провести какое-то время в местных пещерах. Чудненько, просто покажите мне нужное направление. Ох, дружище, это не совсем то, что имелось в виду. Давай, колобок. Хорошо, хорошо, я иду. А, вот оно, хорошо, почти, да! Ты взял их? Да, вот оно, о боже! Сумка просто огромная! Старый хрыч не обманул, там должно быть нехилый куш. Привяжи сумку к веревке, я подниму ее. Сейчас, конечно, избежишь с моей долей, нет уж, дай-ка я проверю, что там внутри. Как хочешь, ты никуда не денешься. Я открываю сумку... Это прекрасно! Так сверкает это... Ты сказал а? Почему ты сказал а? Неважно, проверь. Микки привязывает сумку к веревке, и вы вытягиваете ее наверх. Она чертовски тяжела. Может, Микки ошибся? Посмотрим, ну-ка, что у нас там такое? Вы осторожно открываете сумку, испытывая прилив адреналина. Сумка медленно приоткрывается. Что это? 10 тысяч бутылочных крышек. Долбанные бутылочные крышки? Да, фигня вышла, верно? Ну, удачи тебе в другой раз. Вытащи меня отсюда. Старый гребаный гуль обманул меня. Все это время он смеялся надо мной, заставлял бегать за тем, что за этим. Дружище, как насчет малеха помочь? Он знал, что я проведу часы, нет, дни, задрав хвост, бегая по его прихотям. И все это ради того, чтобы он хорошенько повеселился. Тут какая-то большая многоножка нарисовалась, и мне не совсем хочется с ней общаться. Нельзя ли поторопиться? Тиффан не мог не знать, что крышечки от бутылок давно обесценились, или... О боже, оно ползет по мне, помогите! Ты знаешь, если подумать, то, наверное, все не так уж и плохо. Старик, наверное, и вправду думал, что отдает мне сокровище. Может, не стоит так на него злиться? С сокровищем покончено, мне пора идти. Хныканье. Помогите!
Ха, у меня такое чувство, будто в колодце еще что-то нужно было сделать. Ну, не буду терять время. Беднягу мы почему-то оставляем в колодце, и я не знаю способа его оттуда спасти. Ну, а мы можем сходить к старому гулю и, в принципе, вообще-то предъявить ему за то, что он с нами проделал, Лобиан. Ну, нехорошо это, нехорошо. А вот и он. А как там сокровища, малыш? Там были всего лишь крышки от бутылок. Оно ничего не стоит. А что, крышки больше не служат деньгами? Ты хочешь сказать, я собирал, жил, рвал, прятал, дрожал? Что украдут и все впустую? Черт побери, прости, что заставил тебя побегать, малыш. Если бы мне знать. А, да как же, ладно, пока. Будем немножко скептичны. Но вдруг он действительно так стебется. Ну, то есть не мог же он не торговать. И у нас, кстати, есть вот это вот... Ничего не стоящие крышки от бутылок. Говорят, что когда-то они использовались в качестве денег, но вам кажется, что это сказки. А для меня, кстати, вот открытием стало... А здесь у нас что? Деньги. Фига себе. Я почему-то думал, что крышки от бутылок и во второй части и так далее. Вот открытие, прозрение. Ну, и поэтому иногда стоит перепроходить игры. А, что ж, еще один момент. Помните, у нас тут в баре был обколотый нами супермутант. А, пора нам с вами это использовать в своих целях. Мы упарываем бафаут, чтобы повысить силу и зависимость. Мать твою, зависимость. Ай, ну что делать? Что делать? Ладно, она когда-нибудь пройдет. Это независимость от Джета, к счастью. Тебе чем-нибудь помочь? Привет, дружище, ты кто? Я Фрэнсис, чемпион этого города по армрестлингу. Я заключил пари, что никто не сможет меня пересилить. А интересно, у него можно главный приз выторговать? Увы, ах. Спорим, я смогу. Думаешь, сможешь меня победить? Ну ладно. Если выиграешь, получишь вот этот силовый кастет. Если выиграю я немного поиграю с тобой ночью. Начнем прямо сейчас или хочешь сначала отдохнуть? Ну, приступим. Работай ключицей, Фрэнсис! Работай ключицей! Эй, Фрэнсис, попробуй отделить руку от плеча! Фрэнсис! Упс, как говорится, руками не трогать! Ха-ха-ха! Молодчина, Фрэнсис! Я победил, и неудивительно. Теперь ты пойдешь ко мне домой. Упс. Ах. Вам очень нехорошо. Похоже, это сувенир от вашего визита к Фрэнсису. И вот тот самый шариковый кляп. Ну, я загружусь в тот момент, когда мы с вами делали контрольный сейв, и придется еще все остальное переиграть попутно. А, как оказалось, я сохранился вот в тот самый момент, когда собирался с ним бороться. И, как я и говорил, все, что с ним произошло по вине наших стимуляторов, оно через сохраненку не проживет. Поэтому нам придется снова его хорошенько так нашатать джетом. Ну, перевели это как винт, но это джет. И, в общем-то, подождать 6 часов, но на этот раз, я думаю, мы не будем никак с вами отвлекаться ни на что. Давайте просто 6 часов проспим вот здесь, прямо в таверне. И теперь упоримся бафаутом, и я надеюсь, что у нас не будет к нему привыкания. А, черт. Ну ладно. В общем-то, все то же самое происходит. Мы приступаем, и давайте смотреть. Я надеюсь, что в этот раз у нас получится. В принципе, в тестовом забеге у меня получилось все вообще с первого раза. И главное, что не было даже зависимости. Вот это главное. Ага, и он кричит: «Ай, моя рука!» А мы такие: «Ха-ха, попался!» Ну, дружище, это первый раз, когда кто-то смог победить меня честно. Твоя взяла, вот твой приз. Молодец. Спасибо, пока. И вот наш приз, смотрите. Этим у нас 4.14. Этим 12.28. Но он жрет маленькие батарейки. Поэтому пока мы ими не закупимся, особо мы раздавать люлей никому им и не можем. А здесь можно наняться в охрану каравана и
за денежку, в общем-то, ходить тудым-сюдым. Но пока нам это не то, чтобы надо. Что еще нам бы сделать? А давайте вот этот вот квест выполним. Как минимум в этом эпизоде, мне кажется, будет нормально. Привет, я Джейкоб, городской аптекарь. Чем могу быть полезен? Что ты можешь рассказать о Broken Hills? Почему бы тебе для начала не сказать, как ты относишься к мутантам? Ну, в общем, если мы ему скажем, что мы их любим, или, ну, в общем, это чувак, который возглавляет как раз-таки сопротивление против мутантов. Поэтому я их ненавижу. В таком случае я расскажу тебе правдивую историю этого города. Этот город основал человек по имени Джейкоб. Меня назвали в его честь. Затем пришел мутант Маркус и силой захватил власть. Расскажи мне подробнее. Он правит здесь с тех пор, как убили создателя. Он убирает любого, кто с ним не согласен. Или этот несогласный просто исчезает. На первый взгляд этот городок выглядит миленько. На самом деле тут зона охоты для кровожадных мутантов. Многие могут сказать, что их друзья исчезли после того, как говорили неудобные вещи. Продолжай. Снаружи тут мирный культурный город, который растет и развивается. Но мы все живем в постоянном страхе перед злобой мутантов. С каждым днем здесь становится все меньше и меньше чистокровных людей. А почему вы не выступите против них? А мы это и делаем. Мы с друзьями задумали одну штуку, которая избавит этот город от мутантов. Но моих друзей для начала надо вытащить из тюрьмы. Ты с нами? Конечно. У меня есть для тебя небольшая работенка. Наши друзья, Мэнсон и Фрэнк, сейчас сидят в тюрьме. Я хочу, чтобы они вышли на свободу. Если возможно, сделай это тихо. Не хочу, чтобы весь город стоял на ушах. Понял? Увидимся. Ну, блин, вот с зависимостью получилось плохо, к сожалению. Но не всегда все выходит идеально. Так и ладно. А что мы сделаем? Мы можем сразу этого гаденыша сдать. Но будет куда кошернее выполнить его квест. Кстати, вот у этого охранника есть ключ. Поэтому мы сохраняемся. Как я и говорил, у этого охранника есть ключ. Ой, я что-то кражу дважды заюзал. Ну и пара стимпаков нам тоже не повредит. Но нам с вами надо подождать, когда он отойдет куда-нибудь от их камер. Потому что иначе он все это запалит. О, а он, кстати, отходит, и мы с вами такие, оп, и ключик юзаем, да? Ну? Давай. О, спасибо за помощь, друг. И мы переносимся к Джейкобу. Здорово получилось насчет тюрьмы. Спасибо. Я думаю, тебе можно доверить важное дело. Как насчет еще одной небольшой работенки? Еще работа какая? Дело такое. Мы ненавидим мутантов. Мы хотим от них избавиться. Проще все это сделать, взорвав шахту, когда они будут внутри. Твоя задача — заложить взрывчатку. Я это сделаю. Отлично, мой друг. Вот, возьми этот взрыватель. Установи его в очистителе воздуха и сматывайся оттуда. Мы установили его на разгар рабочего дня, когда там будут все мутанты города. Просто дай мне знать, когда все будет готово. Будь сделано. Ну что ж, взрывать мирных мутантов как-то нам с вами не с руки, это мягко скажем. Блин, а зависимость нам сильно будет мешать какое-то время. Ну, да ладно. Я просто прикидываю, что еще бы нам сделать. И вот тут есть еще один чудесный квест, который можно решить довольно прикольным методом. Да заходи уже! Закрой за собой дверь! Не пускай внутрь мух! Ну хорошо, хорошо, не надо так орать. Прошу прощения, я просто немного на взводе. Все эти чертовы мухи и кондиционер не работает. Если бы мне выделили больше электричества, можно было бы их прогнать, но мощности не хватает. А кто вы? Я Эрик. Когда-то держал тут в городе гостиницу, но пришлось ее продать из-за моих неприятностей с мухами. Потом я держал таверну, но ее тоже пришлось закрыть по той же самой причине. Наконец я управлял генератором, но мухи постоянно залетали в оборудование. Да, ну и набор наработок. У меня есть еще вопросы. Да? Откуда берутся все эти мухи? Они летят сюда, потому что мое тело с какой-то радостью выделяет питательные вещества для мух. Они просто слетаются на меня, особенно когда я потный. А вот гадость, а мыться не пробовал? Да пробовал я, все пробовал, не помогает. Единственное, что могу сделать, чтобы на меня не слетались мухи, это не потеть. Но как же не потеть, когда кондиционер не работает? Откуда он будет работать, когда нет света?
понятно, у меня есть еще вопросы. Да. А где находится электростанция? У самого въезда в город есть электростанция, там же и распределительные системы энергии. Если бы тебе удалось выбить для меня небольшое увеличение квоты мощности, чтобы включить кондиционер, я был бы тебе очень благодарен. Хорошо, я это сделаю. Я не могу найти слов, чтобы сказать, как я тебе признателен. Пожалуйста, сообщи мне, когда все сделаешь, чтобы я смог включить кондиционер и принять ванну. Обязательно, до свидания. Во, этот квест мы сейчас и зафигачим с вами. Кстати, а что у нас в характеристиках? Шанс на крит 10. А в общем, там фишка в чем? Там комп, который надо с помощью науки заюзать. А можно чувака речью убедить, но речь — это такой вариант. Он вроде как и хороший, и одновременно не идеальный. Потому что идеальный вариант — это какой? Вот этот компьютер. Мы на нем применяем научный скилл, но с первого раза не повезет. Оба! С первого раза, ребят, вы увеличили подачу энергии в дом Эрика. Кроме того, вы оптимизировали всю сеть энергоснабжения Broken Hills. А при критическом везении проверки этого скилла мы получаем вместо 1000 опыта, когда мы просто подаем ему свет, мы получаем 1500 опыта. Обалдеть. Обалдеть. Круто. Ну что ж, тогда давайте вернемся к нему и сдадим квест. Электричество уже дали? Спасибо большое, спасибо. Я не могу описать словами, насколько я тебе благодарен. Ну, тогда не трудись, мне достаточно твоей благодарности. Тогда я вдвойне признателен. О, кстати, я слышал, что ты ищешь ГЭК. Попробуй поискать в НКР, это к югу отсюда. Спасибо, пока. И мы с вами получили 1000... А, здесь мы ничего не получили. Но, по-моему... Ой. А, это переключатель взрывного устройства. Но в целом у него, по-моему, мы можем что-то притырить полезное. Друг, а ты мыться-то пойдешь? Да, у него есть бафаут и ментаты, мы можем их закупить. Я не знаю, пригодятся ли они нам еще в таком количестве, но давайте-ка стырим. Все-таки стырим. Ну а что, мы просто так воровство качали, а? Он теперь не воняет. Ой, сейчас, один момент. Ну вот, мы его благополучно обчистили, и раз уж у нас с вами все равно время некуда девать, давайте книжку прочтем. Раз она нам попалась. Эй, сложно, я сказал. В следующем эпизоде нам предстоит довольно-таки много разговоров, довольно много вообще выслушивать историй. Но это будет в следующий раз. А пока на этом давайте-ка этот эпизод и закончим. Спасибо Мише Лебедеву, Мише Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Роке Бальбо, Антону Церу, Глебу Сахарову, Брату Манзо, Серджио Атерадору, КДВ45РУС и Дарье Кравчук за то, что продолжают поддерживать канал. Всем вам спасибо, что составляете компанию в этом прохождении, ну а мы с вами увидимся в следующем эпизоде. Пока на этом все, удачи, счастливо, пока-пока, до встречи.